Книга «Открытым оком», том 3, тема «Молитва», вопрос 1070. Если преступник после совершения преступления говорит «Слава тебе, Господи!», удачно своровал, не попался милиции, значит, он славит и благодарит сатану за то, что не попался при совершении зла, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В этом вопросе не все так просто, как кажется. Это только у старообрядцев все ясно. Наше значит хорошее, никонианское значит плохое. И за 300 лет у них не было ни одного обличительного гласа, ни одного Григория Петрова или Зои Крахмальниковой не смогли породить, а если таковые появлялись, то были безжалостно стерты, как епископ Максим Михаил Семенов, канадский. Преступник благодарит Бога, и о сатане он не думает. Каждый из нас бесчисленное число раз благодарил Бога за греховные дела, которые легко сошли нам с рук. Если преступник проклинает сатану, тогда он дает характеристику самому себе. Сирахов 21.30. Когда нечестивый проклинает сатану, то проклинает свою душу. Быть может, Господь не попустил в этот раз попасться ему, видя последствия его поступка, что от нас совершенно скрыто. Весь Ветхий Завет говорит о том, что свои замыслы Бог исполняет не по нашим стандартным меркам, а даже как бы советуется с нечистыми духами. 3 Царств 22.20. «И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один дух, стал перед лицем Господа и сказал, я склоню его, и сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь духом живым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так. Богу нашему слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.